К другим темам. В Ленске началось строительство современного детского сада. Он рассчитан на 315 мест. Социальный объект располагается с недавно возведенным микрорайоном «Рабочий». Решит ли детсад проблему очередей в дошкольные учреждения муниципалитета, узнала Светлана Балеева. На сегодняшний день в Ленском районе мест в дошкольные учреждения ожидает 931 ребенок, 419 из которых – это городские дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. Еще 440 – дети поселения района. Очередность детишек с 3 до 7 лет в Ленске сегодня полностью ликвидирована с открытием детского сада «Аленка». Еще с 2011 года глава района ставил перед собой задачу строительства новых зданий детских садов. Так был открыт детский сад «Лучик» на 75 мест. Открылись группы кратковременного пребывания при школах в населенных пунктах. Кроме того, были открыты дополнительные группы в детском саду «Чебурашка». Проведен ремонт в пристройке на 25 мест. Начата реконструкция 3-го этажа детского сада «Сардана», чтобы открыть дополнительную группу на 25 мест. Открыт детский сад «Аленка» на 60 мест. А в этом году в Ленске начато долгожданное строительство современного детского сада на 315 мест. Детский сад строится вблизи возведенного микрорайона «Рабочий», который построен для жителей из аварийного и ветхого жилья. Что касается того вот именно микрорайона, мы сейчас наблюдаем, да, что там, во-первых, уже построен дом по переселению из ветхого аварийного жилья, строится дом 9-этажный, также по этой программе переселения из ветхого аварийного жилья. В перспективе, там возле, недалеко от бизнес-инкубатора, который строится, у нас строительство дома по двум программам переселения из ветхого аварийного жилья и по программе обеспечения жильем детей-сирот. То есть там у нас очень такое, если раньше одни деревянные постройки, то сейчас он разрастается в высотные каменные хорошие дома. Микрорайон весьма перспективен. Строительство детского сада позволит полностью обеспечить нужды не только этого района, но и близлежащих. Строительство ведется по индивидуальному дизайн-проекту. Строительство этого детского сада позволит полностью снять очередность дошкольно-образовательных учреждений детей с 1,5 до 3 лет. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.